Привет, мои дорогие друзья! Как же хорошо на улице, как же хорошо! Снега нет, все растаяло, посмотрите, чудесно! У нас там вот, по нашей улице, конечно, еще немножко есть, воды много и листьев очень много. С прошлого года ничего не убирала, все надо будет убирать, но надо будет ждать, пока высохнет. Иду, приехала уже в Валберис, иду забрать свой заказик. Но ветер, вы знаете, вот такой вот холодный ветер, как морозный зимний. А солнышко красиво, погода прекрасная, настроение хорошее, чудесное, потому что вот так вот весна, вот через один день уже будет весна. Ну, надо же показать вам, что у нас на улице делается. Посмотрите, посерединке у нас чисто, сухо, ну, кое-где мокро, потому что вот эта вот гора, пока она не растает, будет течь, и будет у меня во дворе тоже вот такое вот болото, потому что все, что тает у них во дворе, вот в этом доме, вот в этом складе, все это текет у меня, и все текет мне сюда под ноги. Пыталась я и ямочки тут выкапывать. Это бесполезное дело. Пока не подсохнет, пока вот это не растает, все равно это будет у меня здесь. Ну, дорожка уже высохла. Тут вот тоже немножко еще снега есть. Листья вот это хотелось бы, конечно, к маю уже немножко хотя бы возле дома убрать. Но они ж такие мокрые, и куда их девать? Куда их девать? У меня нету пакетов этих больших, таких сахарных. Вася сказал, что у него тоже их нету. Поэтому маленькие пакетики сгребать даже не представляю, как это все будет. Но убирать-то придется, конечно. Начинается, девочки. Отсидели дома, отдохнули зимой. Но пора уже на работу. Доброе утро, мои дорогие друзья. Простите, что я в таком виде. Я помыла волосы. Сначала помыла, потом подумала, что надо было бы снять видео, потому что у меня вчерашних там пару кусочков осталось. То, что я хотела вам показать. Но ожидать, пока они высохнут, пока они приведутся в форму, я побоялась. Думаю, сниму я уже видео. Посмотрите вы на меня на такую вот. Волосы у меня, девчонки, вот, выросли, длинные, и я уже начала подумывать, может быть, мне их подрезать. Но с другой стороны, мне очень нравится закручивать гульку, а если я отрежу, то уже нечего будет. Но с длинными, конечно, сложно справляться. Потому что у меня не душ, у меня ванная, и когда я не моюсь сама, а я не моюсь каждых два дня, под душем или в ванне не лежу. Вот. Но волосы я мою 2/3 обязательно. Вот. Ну и сама так местами. Вот. И зимой. Это зимой. Летом, конечно, совершенно по-другому происходит. И у меня уже просто вот нету сил опускать голову низко-низко туда под кран. В ванне, и у меня кружится голова потом. Ну, не всегда, конечно, не всегда. Вот я красила волосы, надо было очень долго смывать. И потом я поднялась и чувствую, что у меня прямо куда-то что-то уплывает. Вот. Так, когда мою, не бывает такого. А вот когда крашу волосы, это становится проблематично. Вот так вот. Уже начала задумываться, может быть, отрезать. Вы мне там, многие мне завидуют, а многие говорят, что вот, надо это самое, в вашем возрасте надо носить короткие стрижки. Ненавижу, девочки, короткие стрижки. Хотела когда-то в младшем-младшем возрасте, хотела короткие волосы, мама мне не давала, заплетала мне косички. А потом я решила их подстричь. И осталась недовольна этой стрижкой.
И с тех пор у меня всегда длинные волосы. На этом эту тему мы закончим. Что же я хотела показать, чтобы не успеть это съесть? Я вчера ходила в Валберис за своим заказом. Что я заказывала? Девочки, я заказывала опять сухое масло, потому что одно у меня закончилось, второго там уже половинка, и думаю, что без него совершенно не остаться. Я не могу без него, расчесать волосы. Это вот они вот вроде бы как бы гладкие, но видите, начинают высыхать, и уже вот они становятся вот такие вот вьющиеся. И это они намазаны маслом. Я нанесла уже масло на влажные волосы, но все равно они у меня вьются. А если не наносить, тогда у меня будет вот такая вот голова, как одуванчик. Я расчесываю щетками. Есть у меня расческа такая с большими зубьями, как грабли. Вот она мягкая, я ее покупала на Avon, и я ее очень берегу, я ее очень люблю. Только ей пользуюсь. Но вот эти вот средства, они мне очень нужны и очень помогают. Кто-то мне там написал, что купите спрей. А что он мне даст? Я однажды купила было спрей и покупала его, не помню. Или, в общем, не помню где. Или это был Avon, или это был Faberlic, или это был вообще Белита. Но мне что-то это не понравилось. На сухие, уже высушенные волосы, потом наносить этот спрей, какие-то волосы становились неприятные. Такое я не хочу. Видите, я сегодня даже челку не сделала. И вот, вот она челка, которая не уложена бигудями. Вот. Вот она начинает сохнуть, и вот она начинает закручиваться туда, куда ей вздумается. Потом, конечно, с вами поговорю немножко и... накручу челку на бигуди. Раньше я всегда накручивала нижние, тоже накручивала 4 бигудины. Но последнее время, когда я перестала работать, мне не надо никуда идти, да тем более зимой, когда волосы под капюшоном. Я в этом году, слушайте, один единственный раз одела берет, который я купила. Вот не люблю на голове ничего носить. Не могу, мешает, и все. Зачем покупала? Увидела, захотелось. Так вот, о чем? Так, давайте мы откроем это. Я купила этот раз в красной бутылочке. Такую бутылочку я покупала очень давно на Алиэкспресс. Я впервые с этим маслом познакомилась. В то время мне оно понравилось безумно, потому что оно так вкусно пахло. Во-первых, оно увлажняло волосы, так же, как и сейчас. Вот. Если вот я говорю, что если накрутить вот эти вот нижние на бигудюшку, и они будут оттягиваться, то сверху они у меня будут гладкие. И здесь они лягут так, как нужно. Они будут гладкие. Но я говорю, что сейчас я... не кручу бигуди. Никуда не надо идти, поэтому и не надо. Зачем их лишний раз мучить, ходить с бигудями с этими или ложиться спать? Так вот, я тогда, когда узнала вот это вот масло, это я была просто в восторге, потому что, во-первых, оно увлажняет волосы, во-вторых, оно их разглаживает, в-третьих, оно было очень вкусно пахнущее. Оно вот словно я нанесла парфюм на волосы. Этот раз вот я прошлый показывала вам, что я купила такое в синей бутылочке. Еще есть желтый, есть черный. В синей я не заметила аромата никакого. Мой нос, конечно, сейчас после ковида, он не пришел в норму, он не, хоть уже прошло уже третий год, и он слышит у меня, да, вот лук, чеснок, еще какие-то неприятные ароматы. Он прекрасно слышит. Ароматы, если я вот побрызгала вот здесь вот где-то рядом, вот в первый момент, да, он слышит. Но если это тонкий, нежный аромат, я не слышу. И вот
Давайте мы будем нюхать. Я заказала вот этот вот красный флакон. Он дороже, чем все остальные. И я решила, что я хочу вот этого аромата. Я хочу. Мне очень нравится, что когда вокруг меня палочки там горят, вот эти вот палочки-вонючки. Мне нравится, когда я зажигаю свечу, и тоже какой-то аромат идет по комнате. Хотя бывает, если передержишь, много сделаешь этого. Простите. То бывает уже и голова, конечно, начинает болеть. И я все-таки ждала, думала, купить мне, не купить. Потом думаю, нет, ну надо, потому что все равно у меня тут синий заканчивается. Думаю, ладно, отжалею и приобрету. И сейчас мы понюхаем, есть ли в этом запах. Куда мне тут брызнуть-то? Куда мне брызнуть? Опа, капелька упала. Девочки, такого сильного аромата я не слышу, как это вот раньше слышала. Или это мой нос меня подводит, надо будет, когда Аришка ко мне придет, или кто-нибудь из девчонок, надо будет попросить, чтобы они понюхали. Есть немножко, есть, но... Очень слабый, такой же, как и тот синий, который я купила. Но сам по себе флакон мне очень нравится. Он такой красивый, он стеклянный, это стекло. И качество мне его очень-очень нравится. Так что я с удовольствием буду этим маслом пользоваться. Без него мне никуда. И второе, что я заказала, девочки... Это, конечно, конфеты. Зачем? Не знаю. У нас в магазине тоже можно такие купить. Но не в магазине, а на рынке, где вот эти вот торговые точки частников. У них там тоже есть. Они стоят у нас 26 рублей килограмм. Этот пакетик я отдала 5 рублей с какими-то копейками. Здесь 206 грамм. Ну, заказывала так, думаю, ай, ну все равно ж я пойду за этим самым, за маслом, поэтому заодно и заберу. Вчера, конечно, я не выдержала, видео я не засняла, и я не выдержала, я конфеты, девочки, открыла. Открыла, и штук 5, наверное, я съела. Я очень люблю конфеты шоколадные, и чтоб орешки были. И это называется конфеты «Чудо». Какое чудо? Какое-то ж чудо. Забыла, как оно называется. «Маленькое чудо». Они есть в красных бумажках, есть в синих. В синие они будут с коричневой там внутренностью, а эти с белой. Пришли, конечно, они упакованы очень плохо. Раньше, когда я их заказывала, когда у нас не привозили на рынок продавать, я заказывала, и мне приходили в коробке. Маленькая такая коробочка, там этот пакетик я заказывала как-то полкило, и такой вот пакетик маленький на 200 грамм все равно приходила в коробке. И они были целенькие. А эти, они растребушились там, понимаете? Разворачиваешь, и оттуда начинает сыпаться шоколад. Потому что они с посыпкой. Вот такая вот там конфетка. Ну вот. И там вот это вот... Даже не знаю, как назвать. Вот так что... Ну, надо просто аккуратно теперь разворачивать. О. А внутри она вот такая вот. И там еще внутри орешек. Целенький. Вкусный, бесподобно. Конфеты замечательные. Я уже доем, ладно.
Жую, жую, жую. Очень, девочки, вкусно. Что еще я хотела вам рассказать? Вчера. Думаю, что это у меня такое? У меня вот здесь одето три кольца. Было. Это кольцо Вася мне подарил, когда мы с ним жили. Первый год он как-то сказал, пойдем, я тебе колечко куплю. Я говорю, ну хорошо, пойдем. И он мне купил вот это кольцо. Второе я у него выпросила на 8 марта. Девочка привозила из Москвы золото. И она мне сняла на видео. На фото, вернее, это, да, видео. Как-то я с ним не знакома была. И я выбрала себе еще одно колечко. Говорю, подари ты мне его. Я хочу его. И вот, девочки, 20 лет. Я носила три кольца здесь на пальце. Одно, другое и обручальное. Обручальное поменьше, поэтому я даже не знаю, чье оно, Васино оно или еще чье-то. Вот. Оно просто у меня держало эти три кольца, два кольца, потому что они свободные мне были. И вот вчера думаю, что это у меня... Кольцо болтается так. А оно, смотрите, оно треснуло. Шмяка, что ты хочешь? Выспался и пришел ко мне? Что ты просишь? Что ты хочешь, что ты просишь? Ну, глазище по полтиннику. Вот, пожалуйста, здрасте. Здрасте, пожалуйста, вот мы пришли. Вот мы пришли здороваться. Так ты ж не отворачивайся. Ты ж смотри вон туда. На тебя же смотрят. Шмяча. А, шмяча. Вот. Прицепился, зацепился. Ногти длинные. Отрезать не дает. Мальчик мой. Ой, иди ты. Иди, иди. Займись делом. Вот. Спал на кухне. Пришел с улицы, спал на кухне. Тут услышал, что я с кем-то общаюсь. Надо ему провериться. А сейчас, девчонки, грязь такая на улице, все растаяло. Приходит с грязными лапами. Хожу только то на один диван положу, подстилку, где он надумал полежать, то на другой, то на третий. Хорошо, что много этих старых наволочек махровых. Все перешли в Шмякины простыни. Вот, так что вот так вот, мои дорогие, сломалось кольцо. Чего оно сломалось? Так переносилось за 20 лет, что ли? Или я его... Боже мой, ну я же его не снимала. Я его столько лет не снимала. И чего оно вздумало лопнуть? Это сейчас золото такое... с какими-то добавками и очень легкое такое. У Ариши тоже... Говорит, одно кольцо сломалось, другое сломалось, то, что сейчас вот Костя ей дарил. Раньше золото было намного лучше. Оно было весомое больше и было более чистое, там меньше добавок каких-то было. А сейчас Ариша как-то сдавала кольцо, или браслетик она сдавала, тоже порвался. Так сказали, что бяка. Вот. Что еще я вам сегодня хотела рассказать? Ой, что это я еще хотела рассказать? В принципе, можно уже больше и не рассказывать. На другую тему поговорить в следующий раз. Так что вот так, мои хорошие. Я, конечно, расстроилась, что кольцо сломалось. Я не знаю сейчас, что с ним делать. То ли отдать, спаять его. Это будет стоить дорого. Я знаю, что Аришка узнавала что-то, ей сказали рублей 60 ее колечко. Я считаю, что это дорого, что тут. Тонюсенькое колечко, и что тут паять? Не представляю, почему оно у меня. Хорошо, что я его еще не потеряла, потому что можно было уже, раз оно вот, но ведь и даже вот как-то согнулось.
его можно было где-то зацепиться им и вообще отломать кусок. А так мне оно так нравится, такое хорошенькое. И даже с камушком тут, с каким-то. Вот. Ну, вот так вот. У нас почти весна. Сегодня 29 число. На улице идет дождь. Хорошо, что я вчера съездила, сделала дела. И в Альберисе, и в Фикс Прайсе там купила то, что мне надо было. Вот. Сегодня просыпаюсь, выпускаю Шмяка на улице и слышу, там лупит дождь. Вот. Ну, помоет. Помоет. Вот сейчас смотрю в окно, там видно, что это с крыши текет. Вот. Помоет улицы, почистит, а потом надо будет... Я уже только вчера смотрела, думаю, ну вот, надо листья сгребать, надо куда-то девать, надо как-то их сдавать. А эти на машине, которые приезжают за мусором, они, если видят, что мусор какой-то такой, траву, листья, они говорят, что такое нельзя сдавать. Но я в прошлом году, конечно, все равно мы собрали все. Но тогда у меня были мешки. Мне тогда Вася много мешков принес, больших белых. Там не видно было, что. Я все поздавала. А что я буду делать в этом году, не знаю. Пакеты эти у меня есть с фикс прайсом, но они же просвечиваются. В общем, наступает весна. Завтра уже весна. И тепло у нас хорошая погода. Хорошая погода, дождливая, да, но тепло, тепло, а под ногами асфальт. Все у нас замечательно. И настроение у нас тоже хорошее. Намного лучше, чем оно зимой бывает. Ну, потому что скоро будем собираться в отпуск, а пока будем мечтать. Все, мои хорошие, на сегодня все.